5 августа 2023 год. Возвращаясь с дежурства, решил по горячим следам записать пока. И забыл. Фу. Попытались меня тут россияне обидеть, сказав, что я никакой не украинец, а еврей, чем насмешили меня крайне. И второй раз будет посвящено эта запись теме, какие украинцы националисты, нацисты, юдофобы, чудо-юдофобы. Во-первых, ребятки, вы мне комплимент сделали, евреи. Евреи там, по-моему, среди нобелевских лауреатов, там чуть ли не половина этнических евреев. Как можно обидеть, сравнив тебя с евреем? Или недавно с Кличко меня сравнили. Ты такой же, как Кличко. То есть пытаются обидеть, понимаете? Ну, Кличко чемпион мира. И он вошел в историю, понимаете? Ну, что он, что его брат. И не так, как там вошел в историю, как Герострат, там, спаливший храм Артемида ради этого, или Путин, который Российскую Федерацию доконает. И тем самым войдет в историю, конечно же. А вполне себе спортивными достижениями. Ну, в общем, так вот, ну, сравнивать меня с евреем или вообще, ну, по-моему, любого украинца, это, ну, блин, ну, так себе, блин, наезд, честно говоря. Ну, хорошо, пускай я был бы евреем, и чё. Да. Но кроме того, про юдофобию, про антисемитизм украинцев, еще такое сегодня наткнулся, совершенно интересные данные. Еврея спрашивают, уже настоящего израильтянина, я так понял, почему он, как еврей, выступает за Украину. Хотя украинцы столько положили евреев во время Второй мировой войны. На что он говорит? Я полез и проверил, действительно. Есть такой у еврея музей Холокоста, Яд Вашем называется. Он на русском языке тоже есть, не только на английском. Это по поводу, ну, все, что память Холокоста, музей Холокоста. И вот там есть праведники мира, так называемые, ну, евреи так их называют. То есть это список тех людей, которые, рискуя собственной жизнью, потому что гитлеровцы расстреливали, казнили там, ну, в общем, не всегда расстреливали, казнили тех, кто помогает спасать евреев. То есть, рискуя собственной жизнью, кто помогал, спасал евреев во время Второй мировой войны, во время Холокоста. Их там всего 28 тысяч человек перечислено. 28 тысяч. 51 страна, 51 национальность, которые участвовали в этом. Ну, из тех, кого удалось установить. 28 тысяч спасенных. Конечно, на фоне 6 миллионов евреев это очень мало. Но, по крайней мере, из таких, что известно, доподлинно задокументировано 28 тысяч. Ну, там, 1 января, по-моему, 22 года. Последние данные статистики на этом сайте Ядвашем. Так вот, из 28 вот этих спасенных тысяч евреев больше всего спасли поляки. Там можно, то есть, выставлять себе градацию, по каким признакам ты, по работе, кто, какие профессии спасали, какие эти самые, именно люди, которые рисковали своей жизнью, имеется в виду. Какой национальности эти спасители, да? И вот, больше всего спасло поляков. Ну, как спасители, праведники мира, это поляки. Там 7 тысяч с лишним человек, которые праведники мира среди поляков. Среди, потом идут голландцы, Нидерланды, Голландия, там 5 тысяч спасенных евреев за ними числится. Ну, то есть 5 тысяч людей, которые спасали, вернее, не числится, а 5 тысяч людей, которые спасали евреев. Я не знаю, поскольку там они человек спасали. Да, потом идет Франция, 4 тысячи. И потом идет Украина, 2600 там с гаком спасенных из 51, понимаете, 51 национальности, там национальности, страны. Еще есть всего одна страна, Бельгия, там, по-моему, 2000 или 1000 с чем-то человек. Остальные все национальности, нации гораздо меньше из европейских участвовали в этом. Там Белоруссия 600 человек, спасла русские, допустим, 217, по-моему, может 219 праведников мира. То есть, понимаете, да, разницу чувствуете? Украина,
2700, по-моему, ну там 2669, что-то такое. И русские 217, 219, не помню сейчас. Но это можно в любой момент залезть и проверить. Яд Вашем, праведники. И там очень подробно на русском, на английском, читайте на каком. Это евреи сами пишут о том, кто их спасал и кого они зачислили в праведники мира.